Всем огромный привет! Сегодня мне пришла посылочка из фирмы Сиэль. Были заказики у меня, подружки, знакомые. Так что хочу вместе с вами распаковать и немножечко рассказать о продуктах. Все мы любим посылочки, поэтому думаю, это будет очень интересно. Ох уж эти коробки, конечно, запаковали, так запаковали. Очень сложно было открыть. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Мне очень нравятся Сиэль разные пакетики. Можно заказывать. Очень так приятненько отдавать заказ. Миленько. Посылочки. Всегда какой-нибудь подарочек. В этот раз суп-пюре куриный. Кстати, если будете заказывать, то внизу будет каталог. Можете заказать у меня продукцию. Там тоже будет подарок примерно на 1000 рублей. Это будет 4 пробника. Они около 200 рублей стоят в каталоге. Ну и какой-нибудь вот из серии пазл Сиэль. Так что выбирайте, можете заказывать. Отправлю в тот же день. Или можете зарегистрироваться. В Сиэле регистрация платная, тоже около 1000 рублей. Но продлили акцию бесплатная регистрация до конца февраля. Но почему-то девочки все равно покупают эти стартовые наборы. Не знаю почему. Возможно, не видят, как можно обойти этот момент. Может быть, какую-то стрелочку надо нажать. Не знаю, я регистрировалась давно, это было тоже платно. Вот, но... Внимательно смотрите, если будете регистрироваться, то платный набор при регистрации покупать не нужно до конца февраля. А затем будет снова платная регистрация. Итак, давайте посмотрим мою посылочку. Итак, заказик у меня был на крем для рук. Очень нравится эта серия, потому что она идет вместе с пантенолом. Это именно для очень интенсивного восстановления кожи рук. То есть у кого проблемы с кожей, с руками, у меня заказывает человек, который занимается очень много с такими кислотными различными средствами. Там и агрессивные очень на работе идут средства, которые портят кожу рук. И она спасается только вот этим кремом. Ей очень нравится, она каждый раз его заказывает. Так вот отодвину немножко. Ставить. Следующее для ног тоже заказала женщина, трещин на пятках, на топтышей, причем уже у нее ни трещин, ни на топтышей нет, потому что она пользовалась этой серией, но она в таком впечатлении, что ей помогло, что она вот заказывает снова и снова его, чтобы не было повторений. И здесь интересный способ нанесения. После душа нанести крем на огрубевшую кожу, мозоли, на топтыши на 20-30 минут. И затем удалить вот эту размягченную кожу с помощью пензы. То есть он идет такой, как размягчитель. Далее тоже эта серия Food Care. Тоже она заказала охлаждающий крем-гель для уставших ног. У кого, знаете, после рабочего дня очень сильно ножки горят, болят, то вот это просто спасение, очень хорошо охлаждает. Ну, в пределах 300 рублей они стоят по каталогу, но очень-очень помогают. Следующий заказ у меня был на косметический лосьон. Он антибактериальный эффект, идет защита и увлажнение. 75% спирта, но в то же время не сушит, а увлажняет руки. То есть и антибактериальный эффект, и плюс еще и такое защита для наших ручек. Тоже беру постоянно его. В этот раз он шел со скидочкой 1+1, то есть 320 рублей и плюс второй в подарок. Далее любимая серия
Демилун. Мужская серия. Часто их берут. 26 номер шел тоже со скидкой хорошенькой. Не успела посмотреть. То есть все демилуны, они идут как философия ароматов таких крутых брендов, как Лакоста, Хьюго Босс и так далее. То есть можно выбрать любимый аромат хорошего качества в Сиэле и по доступной цене. Душ заказала я себе, потому что, думаю, на запас, потому что я ею пользуюсь, мне она очень нравится. И с февраля там сказали, что будет подорожание в Сиэле, ну и в других фирмах, потому что это неизбежно, все дорожает на 10-15%. Поэтому взяла экстремальный эффект, мне очень нравится и кисточка, и удлинение, разделение хорошее ресничек. То есть такой объем создает. Хорошая тушь, мне нравится. Помада шла со скидкой. Единственное, уже не помню, какая цена была у этой скидочки. Вот женщина заказала. А, нет, это не помада, извиняюсь. Это тени для глаз, тоже со скидкой. Сейчас попробую вспомнить. Кажется, 160 рублей со скидочкой они шли. Очень-очень красивый блеск, шикарный. Причем уже брали несколько раз такие карандашики, тени. Очень нравится, не скатывается. То есть люди были очень довольны. И в этот раз была хорошая скидка. Примерно 50% или даже более. Вот такой насыщенный, красивый цвет. Так, пазл тоже шел в подарок. Ну, приятные такие подарки получать, да, от Сиэль. Это и различные батончики какао, и кашки, суп и пюре. Причем они по каталогу так стоят достаточно дорого. Каждый примерно по 150 рублей выходит. Вот такие кремы тоже пришли в подарок. Их можно заказывать. Они примерно по 40 рублей. То есть, если вы хотите какой-то крем приобрести, а он стоит, например, там около 2000, то лучше сначала взять пробник, попробовать, нанести, посмотреть, как вам будет. Вот эта серия, она новиночка. Love Energy. Так, сейчас посмотрим. Крем для лица. Энергия и сияние. Так, здесь увлажняющий крем для лица. Кстати, можно также, да, если вы продаете косметику, то тоже покупали несколько пробников и давать попробовать людям, чтобы они тоже не покупали косметику, так сказать, закрытыми глазами, уже попробовали, будут с удовольствием у вас заказывать. И вот этот интенсивный, мне очень нравится, он идет омолаживающий крем для лица и от второго подбородка. Далее, духи. Очень классная вот эта серия, эксклюзивная в Сиэле. Сексуал Блум. Он идет такой, знаете, вот такое описание, очень-очень красивое, но в конце пахнет вот аромат пионов. То есть очень приятный, нежный. Вот. И он шел со скидочкой, так они стоимость у них, если правильно помню, то 1800, и в этом месяце, в январе, шли за 1100. Классный аромат. Те, кто уже пробовали, уже не могут без такого аромата обойтись. Так, третий косметический лосьон. Не знаю, почему он здесь, потому что я заказывала 1+1. Так, надо будет посмотреть. Либо он еще один в подарок положили, либо не доложили еще второй. Надо будет проверить по документам. Но надеюсь, что это в подарок. Тогда будет очень много подарков. Так, далее. Заказали карандашики. Карандаш для глаз. Тоже берут. Женщина берет постоянно, уже не первый раз. Нравится черный, обычный черный карандаш.
для глаз. И я себе заказала снова тоже на запас, потому что у меня еще не закончился. Обалденный, просто обалденный карандаш для бровей. Он идет с одной стороны кисточка, с другой стороны карандаш, который нужно, ну, выдвигается. И очень важно его обратно задвигать, потому что когда его закрываешь, он портится. То есть он как бы отрывается, вот этот кончик. То есть очень важно следить, чтобы его обратно закрутить. И очень-очень классная кисточка, то есть растушевывает. Я взяла орех, потому что он шел со скидкой, кажется, 130 рублей. Это вообще очень-очень недорого, потому что по каталогу он 320. И мне очень подошел. Даже хочу сделать обзорчик, показать, как легко накрасить им брови. Очень довольная. Взяла также себе лак-гель для ногтей. Какой красивый блеск. Такой переливающийся. Уже хочется попробовать. Это гелевый лак-металлик. Все ли они идут без лампы. То есть накрасили. Лампы не требуются. Вообще очень классно. И уже пришли мне отзывы. Девочки пишут, что брали. И с удовольствием носятся. Хорошо. Цвета отличные. Ну, цвет реально очень красивый. На весну. Классный эффект. Металлик. Так, ну, вот эту серию постоянно берут. Питательную сыворотку. Также там есть антивозрастная сыворотка, ну, тоже хорошая. И ультраувлажнение. Ну, ультраувлажнение лучше брать летом. Здесь идут прямо комплекс витаминов хорошие. Ну, конечно же, лучше очистить сначала кожу, затем нанести вот сыворотку, а затем уже крем. То есть она идет как дополнение к комплексному уходу. Нельзя заменить сыворотку вместо крема, например, да, или вместо сыворотки крем. То есть они идут вместе. Очень много витаминов. Видите, А, Е, С, В5, В9, ПП. То есть все это разглаживает, подтягивает и смягчает, укрепляет. То есть важно особенно зимой питать хорошими витаминками свою кожу. Эта серия недорогая. Там идет 6, кажется, вот этих капсул. Они большие, надолго хватает. Вот, так что обратите внимание, это очень недорогая сыворотка, 690, кажется, рублей. И там вот несколько вот этих капсул, то есть, ну, достаточно недорогая. Обычно все-таки около 1500, 2000, да, сыворотки стоят. Здесь она не так дорого. Итак, на этом, кажется, все. Моя посылочка закончилась. Думаю, все будут очень довольны. А, да, еще смотрите, какая прелесть. Тоже пришли пробнички. Вот этот я заказывала. И еще заказывала флюид, новиночка. Угу. Антитайм заказала. Ой, какой аромат приятный от рук. Это флюиды, это новинка, более 5 лет разрабатывался в Сиэль, эксклюзивный аромат. Ну, он дорогой, поэтому беру пробники, чтобы люди попробовали, поносили, чтобы не заказывать слепую. Поэтому по одному, по два беру, покупаю такие пробнички. Тоже удобно, что можно купить, попробовать, поносить, послушать на своем теле, как это звучит. Все, теперь на этом все. Если вы хотите зарегистрироваться в Сиэль, то под роликом будет номер, либо заказывайте качественную продукцию Сиэль у меня. Всем прекрасного настроения, замечательного продолжения зимы и всем пока-пока!